الدين الإسلامي ثلاث درجات، ثلاث مراتب. إسلام توس ريليجيا إسلام три ступени. ما هي؟ Какие ступени? Кто знает? ها مراتب الدين الثلاثة. الأول الإسلام. الإسلام. والثاني الإيمان. والثالث الإحسان. تمام. Первое это ислам, второе это иман, третье это ихсан, благочестие. نعم. أركان الإسلام كم؟ Какие? Сколько столпов ислама? من يعرف? Кто знает? أركان الإسلام. خمسة. خمسة. الأول. Первое. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ Что такое свидетельство لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على ركنين على عمودين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله подобно зданию. Оно держится на двух основах. الركن الأول. Первое. تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. То есть неверие в абсолютно все то, чему поклоняются помимо Аллаха Субхана. لا تنفي جميع ما عبد من دون الله. То есть абсолютно все отрицаем абсолютно все. والركن الثاني تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. А второе это то, что мы поклоняемся одному только Аллаху Субхану, признаем только поклонение одному Аллаху Субхану. إذا لابد في لا إله إلا الله من ركنين. Затем, то есть поэтому в لا إله إلا الله обязательным является два эти столпа. نفي وإثبات. Отрицание и подтверждение. ونجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لا يعبد. И поэтому мы говорим про пророка عليه الصلاة والسلام, что во-первых он раб, которому нельзя поклоняться. ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. И он посланник, которому обязательно является верить, ни в коем случае не обвинять его во лжи. تمام. هذا الركن الأول. Это первое. نعم. شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الركن الثاني. Второе. ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ أركان الإسلام؟ نعم. الركن الثاني. 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 لا أحد يتكلم. قال. ها؟ قال. الصلاة خطأ. هو قال صح. أنت قل هذا يقول الصلاة خطأ. Если скажем второй после этой молитвы, это неправильно. الذي يقول الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة خطأ. Если человек говорит, что второй столб ислама это молитва, это неправильно. يقول إقامة الصلاة هذا. Выстаивание молитвы. ما الفرق؟ هذا يقول الركن الثاني الصلاة قلنا خطأ، وهذا يقول إقامة الصلاة نقول صحيح. لماذا؟ То есть один брат сказал, что молитва, мы сказали, что это неправильно. Другой сказал выстаивание молитвы, мы говорим это правильно. ما الفرق؟ Какая разница, кто знает? لأن هذا ممكن يصلي في اليوم ركعتين. Потому что может быть тот, кто говорит молитва, молится в день только два раката. أو يصلي الجمعة فقط. Или только джума в неделю молится. يقول أنا صليت. И говорит я молился. أو يصلي بدون يقرأ فاتحة أو يقرأ خطأ. Или же то есть молится не читая фатиху, или же читает ее неправильно. هذا ممكن يقال عنه صلى. То есть можно про такого сказать, что он молится. أقام الصلاة. Но выстаивает ли, выполняет ли он молитву? Нет. ما أقام الصلاة. Нет, такой не выстаивает, не выполняет. إقام الصلاة لابد أن تكون الصلاة مستقيمة. То есть, если мы говорим про выстаивание молитвы, то молитва должна быть прямая, то есть правильная. Тамма, кама салла Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Полноценная, как молился посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Салават хамса мафруда куль йом ва лейла. Пять молитв, которые Аллах субхана ва тааля обязал каждый день и вечер, утро и вечер. Идан фи фарк кабир. Поэтому есть огромная салла ва салла. Огромная разница между выстаиванием молитвы и просто молитвой. Мафхум. Понятно это? Идан антум лабуд туаллиму ан-нас ан الركن الثاني ليس الصلاة إقامة الصلاة لابد الصلاة من أركان وشروط وواجبات ومكملات وتنتفي عنك الموانع تليفون نعم آيفون آتات ما مشكلة نعم نعم تمام то есть поэтому нам нужно доносить до людей что что этот самый, что второй рукан это не молитва. Второй рукан это выстаивание молитвы, то есть достойным образом. إذن مهم جدا أن نعلم الناس الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. Поэтому обязательно нужно обучать людей, как нужно молиться. حتى أنت لما تصلي لا تصلي هكذا صلاة. То есть не надо, когда ты молишься, просто вот молишься и молишься. بلا طمأنينة هذه ما قمت الصلاة. Без никакой смиренности и так далее. Это не называется выстаиванием молитвы. يصلي هذا بجانبي. Этот молится рядом со мной. أقول اقرأ فاتحة. Я ему скажу прочитай фатиху. أسمع فاتحة. И слушаю. إذا قال الذين. Если он скажет الذين. لا. ما قمت الصلاة أنت. Этот человек не выстаивает молитву. Лабуд تقول الذين. То есть ты должен произнести تخرج لسانك ذال. Мы должен вы, то есть вынести свой язык и произнести межзубную. فشيء حتى تعلم الناس. То есть таким образом потихоньку потихоньку обучаем людей. الركن الثالث. Второй третий столб. أركان الإسلام. صوم.
لا ليس الصوم. الزكاة خطأ. زكاة. زكاة خطأ. Да, если мы скажем закат, что третий столб это закат, это неправильно. لأيش الفرق؟ Почему? Какая разница? Какая разница между закатом и ита закат? Выплачивание должным образом. هذا الشيخ عنده 40 مليار. У человека есть 40 миллиардов долларов, например. وجاء. وأخرج 40 دولار قال هذه الزكاة. Он вынесет потом скажет 40 долларов, вот это мой закат, говорит. هذا زكاة. Такой человек закат выплатил? نعم. Да, можно сказать. لكن ما أتى الزكاة. Но он не выплатил закат так, как должен. أو أخذ الزكاة وأعطاها لابني قال خذ هذه الزكاة. Или же взял закат и дал своему сыну и сказал вот тебе закат. هذا ما أتى الزكاة. Этот не выплатил закат должным образом. إذا لابد في الزكاة أن تؤخذ من أموال معينة. Поэтому обязательно закат берется из определенного имущества. Или аснаф тамания. А, то есть восьми категорий. Определенную, то есть часть этих. В определенное время. Это и есть закат. Тамам. Настоящий закат. Арабе. Четвертое. Это пост. Саумеш. Что такое саум? Шабан. Какой пост? Раджаб. Шабан, Раджаб. Лазим на сум Рамадан. Тамам. Обязательно поститься нужно в Рамадан. Алхамис. Пятое. Хадж. Хадж вен. Где хадж? Куда делать? Хадж вен. Мصر. Куда? В Египте. Хадж в бейт илля аль-харам, аллази би Мекка. Да, то есть паломничество в Мекку. Нам лабуд хада, лабуд тухадди. Обязательно нужно, то есть говорить куда, как, что. Тамам.